Привет, 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 это Туртл и Вованский. Всем привет. И мы продолжаем играть в Gears of War. Так, я нифига не помню, что нам тут надо делать. Какое-то время идет, и вроде как мы завалили берсерка, насколько я помню, а куда дальше надо? Я вообще не помню. Тут что-то лежит. Патроны. Время обычно означает то, что молот рассвета доступен, недоступен, но нам он сейчас вроде как уже ни к чему, как я думал. Блин, тут все заперто что-то. Что-то все закрыто. Я думаю, сейчас по прошествии времени... О, тут пушка какая-то. А, да пила. А, у меня пила и... Которую ты постоянно теряешь. И дробовик, по-моему. Так, может, когда время кончится, нас уже пустят куда-нибудь... Или будет что-то хуже. Давай держаться где-нибудь рядом вместе. А то мне что-то одному страшно. Нет, время кончилось, ничего страшного не произошло. Давай ломиться во все щели. Ты где-нибудь видишь щели? Полно. Что-то какая-то музыка такая нагнетающая. Да, постоянно. Ладно. Попробуй, так... может, с дробаша что-нибудь разрушить? А, да вот дверь, что ты? Где? А, я ее не увидел. А вот тут ребятки. О, опс. Там есть что-нибудь, типа... Так. Тут есть проблемы. Вот что тут есть. Пулемет на себя отвлекать пытаюсь. Подожди, перезаряжусь. Я справа. Так. Так, шапки. Перезаряжаюсь. Блин, я забыл про эту перезарядку долбаную. Твою мать! Твою мать, у меня нет дробовика. У меня вместо дробовика этот сраный... Этот, как его, блин, луч. Указатель у меня. Чё не сказал, блин. Я же взял дробовик. Против шавок, блин, мне бы сейчас не помешало. Ладно, стреляю кое-как, а потом за пулемет возьмемся. Так, вижу. Я пока еще его отвлекаю от тебя местами. Есть, пулеметчика снял. Там второй сидит за углом. Сейчас к пулемету. Так, все, можно уже не бояться и вылезать. Шапку вижу, сейчас помогу. Помог. Не, на самом деле второй сидит, они обычно не умеют пулеметом пользоваться. Он пулеметчик, он такой в очках. Давай, ты шапку, я того. Так, все, жопа, мне нужны патроны. Блин, а мне тоже. А у меня дробаш. Так, все, яма завалилась. Так, иду туда, есть. Может, патроны там снял. Будут. Иду к пулемету, скорее всего, там патроны есть. Слушай, блин, там яма открылась где-то. Точно, яма, блин! Закинешь где? Туда? Откуда мы пришли? Кидаю наугад, потому что тут уже не видно. И пулемет беру. Чет. Меня сейчас снимут, нафиг, я иду к тебе. Буду держать лесенку. Я возле тебя. Шавку возьму. А я больше никого не вижу. Еще кто-то. Кто-то рычит, но я... Вон он. Эту... Бумер. Ага. Не-не-не. Не бумер, обычный. Где бумер? Снимаю его. А, да, обычный. Все, звук прошел вроде. Так, это что? Это, блин, ствол ихний, дерьмовый. Я не буду его брать. Ну, у меня в любом случае только 30 патронов. Сейчас. Вон, патроны есть, иди возьми. Хотя у меня тоже на пилу нету, кстати. У меня пила пустая. Кстати, блин, может, дробовичок у них есть, пойду поищу. У меня дробаш есть. Ну, мало ли чего у тебя есть, ты ж мне не можешь выкинуть его. Ну, иди патроны возьми хотя бы, у тебя на пилу будет. Да и замечательно, только я сначала лучше подобрал бы дробовик, а потом патроны. Стой, вот здесь этот лежит, как его. Блин. Лук. Так, стой! Уйди! Я беру лук вместо дробовика, ты берешь дробовик. Окей. И теперь я беру патроны. А теперь бери патроны. У меня 5 патронов на лук есть. И пустая обойма на пиле. Так, где ты патроны видел, скажи? Вот. А, там? Иди сюда. Отлично. Пойду тут угол еще. Что-то очень мало, да? Мне напил. Маленькая это... Маленький, мне показалось большой чемодан. Нет, маленький чемодан.
Это что такое? Это ихняя пушка валяется. Да и все, там нет ничего. Там, по сути, вот было два трупака и. Да при чем здесь два трупака? Я патроны ищу. Там вот пушка лежит. Оттуда. Кстати, тут пушка какая-то лежит. Мы пришли оттуда. Тут пушка лежит. Тут дробаш там лежит. Иди бери патроны на него. У меня хватает патронов на дробаш. Понял. Окей, бегу к тебе. С пустым магазином. Я, короче, на пистолете иду, если что. Бегу к тебе. А куда к тебе-то? А, о, вижу. А как? А, понял. Что-то я торможу. Так, сейчас, походу, будет маленькая жопа. Извиняюсь за выражение, если кому-то... Так, я что-то там вижу. Наверху, лук. Беру лук. Я не вижу его. Ушел влево. Минус один. Блин. Минус два. Минус три. Это заколебал уже. Еще один там. Еще один там. Они слева подходят по одному. Там патроны валяются, если что. Маленький чемодан. Вижу. Так, не все, маленький, кончились, кстати. У меня на пилу. А, ты рядом со мной? Да. Так, бегу с дробовиком. Там побудет. Один еще. Вон он, слева. Да, вот с той стороны. Сейчас пилу перезаряжу, блин. Готов. Отлично. Ты откуда? Ты откуда взялся? Ты кто такой? Так, я патроны отсюда забрал. Давай, до свидания. Блин, они откуда-то... Я убью сейчас. Я снял его. Да блин, я никак не могу прилепить. Я его возьму. Прилепиться не могу. Минусанул. Так, что-то... Что-то нехорошее. Что-то херня какая-то лезет. Откуда? Скажешь, если что, откуда лезет. Да вон он, бумер пришел. Спереди, твою мать. Я лег. Ты встал. Не лениться. Спасибо. Так, у меня нет ни гранат, у меня только дробовик, по сути, есть. У меня лук, но я не вижу бумера. Вижу. Есть минус. Один патрон на лук остался. Фу. А здесь пушки ихние валяются. Больше ничего путного. Точно нам туда, может сюда? Я проверить патроны. Понял. Я здесь ничего не вижу, кстати. Ты там этот взял, что ли? Кого? Не было там ничего. Там ничего не было. Понял. Что-то как-то боязно мне. А вот эта хрень лежит просто так? Простите. Нет, нам ее, наверное, расчленить сейчас придется. Да, доставай пилу. Без толку ей. О, гранат. Ты просто так побаловался. Опаньки. Это она сказала? Это она сказала. Слушай, ей понравилось, походу. Давай еще ей пощекочем. Ути-пути-пути. Ути-пути-пути. Так, а в результате нам куда идти-то? Хз, но... Я тут щекоткой занимаюсь. Ладно, пошли туда, откуда я зашел. А, дверь. Где дверь? Какая дверь? А, вот дверь. А чё дверь? Открыть? Пожалуйста. Так, снайпер с луком. Так, он убежал, поэтому бойня не тут будет. Так, понял. Вот справа есть дорога и слева. И слева, походу. Пошли и за походу ним. Нам придется идти. Чё, отдельно ты хотел сказать? Отдельно надо. Да вроде пока не разделяют. Давай, иди там. На всякий случай. Да ладно, я уже за тебя. Я понял. Слева ничего, тупик. И там шепчет лучник, слышу. Вижу. Дальним
В дальней стороне. Надо было тебе по правой стороне идти, удобнее было. Да я могу и уйти туда, ну просто у меня А, да все равно здесь нет прохода. Здесь это единственное вот в середине, просто мы к нему вот подошли бы с двух сторон. Да, да. Минус один. На лук патроны кончились. Блин, я только туда прошел. Пытаюсь Блин. С револьвера что-нибудь сделать. Не успел перезарядиться. Или мне придется к ним идти сейчас с дробовиком. Еще один. Один идет ко мне. Прям вот так. Он. Вот он уже у этой сел. Минус один. Справа. Меня снял. Меня положил. Блин. Ладно, мы только-только тут сохранялись нормально. Да это понятно, что тут сохранялись, но... Херня. Так, погоди. Ну чё, я с револьвера буду по чуть-чуть отстреливать. По возможности. Так, я к тебе. Выгляни, сволочь. Да, блин. Минус почти. Один. Есть, минус один. Беру дробовик, пошел. Понял, за тобой. На пиле. Справа. Я левого взял. Спустился вниз чуть назад. Бумер. Блин. Так, надо, наверное... Сейчас бумера возьму. Нет! Он меня взял. Отходим, там гранаты. И у меня 0 патронов. Вообще на 0 на все? Нет, на лук я имею в виду. Я ему хедшот сделал. Одного минусанул. Так, один патрон остался. Бумер минус. На другой кейс. Еще один слева. Нет, я его не снял. Перезаряжаюсь. Минус. Отлично. Бумерская пушка есть. Так, есть, но я не хочу. Я буду искать патроны сейчас. Ну нет, я лук, наверное, меняю на нее, потому что лучников нету. Если будут дальше лучники, тогда возьму ее. Возьму лук. С луком, конечно, мне понравилось, честно говоря. Да, если лук привык... гораздо интереснее, штуке, да. То... Мне он понравился. Ну, к нему, да, привыкнуть. В принципе, не особо тяжело к нему привыкнуть. Он достаточно удобный по управлению. Так, нам вот сюда, походу. Посмотри, что там слева а есть. А тут тоже есть такой же коридор, походу. Ага, понял. В первую очередь, нас все-таки патроны посылают направо-налево. Да, да, и есть центральный коридор. И патронов ни хрена. Тут только гранаты. Ну, гранаты бери, кстати, у меня пусто, блин, по гранатам. Так, что-то тут подозрительный такой выход. Слушай, ты а взял может... гранаты? Да, подобрал. Если распилить этот секретарь, то может за ним что будет? Давай, сейчас вернусь. Да ладно, я уже подошел к нему. Есть что? Да, твой любимый лук. Арбалет. Ой, блин, А он полный, интересно. Ну, а, ну, в принципе, всего, если я поменяю, патрон, я... Есть, штук 5. Если что, обратно поменяешь. Ну да. Я про это говорю. Есть 6 патронов, отлично. А ты что выкинул? А, ты бумерскую... Бумерскую пуху, да. Все, пошли. Так, нам не сюда, не следующий сюда? Проход. Так, я пока на пиле, наверное, пойду. Нет, бумер шепчет, походу. Бумер не шепчет, бумер говорит бум. А кто тогда шепчет так? Шепчет лучник. Но я не слышал. Я слышал. Ну он не шепчет, но сказал так. Блин, я помню это место. У меня с патронами жопа, у меня на дробовик есть 40, и все. И вообще все.
Ну и гранаты, ладно. Ну, гранатами будешь откидываться. Так, срочно нужны. Ближайших будешь откидывать. Так, вон не бегут. Так. У меня даже револьвера не осталось. Сейчас я пробегусь, патроном. Лучника вижу. Да я тоже вижу, блин. Так, что-то мне придумать надо. Так, как-то поближе чуть-чуть подкрасться. Черт. Они идут. Они идут. Я помаленьку пытаюсь. Блин, отсюда не могу. Давай. Так. Блин, там двое рядом. У тебя грена есть? Есть. Можешь подойти. Попробую. Кидаю. Вот туда. Ты понял, да, куда? Да, да. К тебе они... идут. Блин, они уже ко мне. Закидываю их. Одного точно должен зацепить. Нифига не зацепил. Так, все, раскидал. Минус один лучник точно. Отлично. И, так, твоих, блин, не достану с этого сейчас дробовика. Погоди. Подхожу к твоим с дробовиком. Стой, здесь возле... Блин, куда минус ты пошел? Минус один, минус два. Нормально. Одного, походу... А, нет, не мясанул. Ай, блин, меня лучник снял. Лучник? Там еще лучник да, остался? Да, справа. Ох, блин, да. Подними меня. Одного грохнул, другого нет. Подними блин. Меня быстрее. Сейчас, он выстрелит. Давай. Поднимаю. По мне не выскочил. Бежим. Какой бежим? Я его снимаю. Я его снял. Вернее, запилил. Сейчас, да, я его добегу до него. Давай. Есть. Окей. Отлично. Так, это где-то дробаш, еще кто-то по-моему. Есть, потому что музыку не убрали. Лук валяется, подбери. Где? Вот он, но вот я он. Я не стрелял еще. Или стрелял. 5 патронов на лук мне показали. Сейчас давай пошмонаем сначала все. Давай. Здесь что? Здесь их не пуха. Вон там дробаш есть, патроны возьми на него, если что. Ты вот дробаш валялся. Через край. А, ты взял, наверное. Тут еще лук. Сейчас подойду. Мне как раз один патрон еще нужен. Окей. Вот так. Патроны возьми. Где? У тебя на этот возьмутся на пуху. У меня сейчас 117 есть на пилу. А, о. Блин, почему на пилу так мало дают? Всего лишь 50. А это маленький контейнер. Да какой он маленький, это высокий чемодан. Где нет, ты выше нет. Видел? Маленький, а это вообще горизонтальный. Маленький, да? Самый маленький, горизонтальный. А который вот большой такой и... как бы маленький, ну низенький, но длинный такой, он, знаешь, объемный такой. Вот там, вот, нет, это опять такой же, кстати. Вон, тебе надо? Ну, у меня 117, ну давай возьму тогда. 151, 171, извиняюсь. Тут кто-то покакал неловко. Блин, братан, тебе, видать, совсем туго было. Даже никто не набежал на нас. Так, погоди, можно налево, можно направо. Не вот я не знаю, куда нам надо. Я вот сюда... Ты уже что-то сделал, по-моему. Триггернул что-то, да? Да. Идут, походу. Так, опа, вижу. Вижу. Давай между могил. Так, включаю лук. О, берегитесь! Он включает лук! Опаньки. Не попал. Меня сняли. Меня тоже. Мы, походу, нас не сохраняли. Нет, нас сохраняли после того, как мы этого, по-моему, убили. Нихера. Нет? Блин. Да так, ладно, здесь прикольно стой. Было. У меня 6 на лук. Я сейчас луком работаю здесь. У меня по-прежнему ничего. О, вот они, патроны валяются. Как я в прошлый раз пропустил. Чуть-чуть. Нет, не чуть-чуть. Слушай, оказывается, низенький это большой чемодан с патронами. А высокий... Да-да-да, я про это тебе говорил. Один минус. Так, не так. Не попал. Так, куда бы гранату швырнуть? Да, походу, тут особо не... Второй минус. Ты тут их сам. Третий минус. Так, два лучника там еще. Один лучник минус. И одного патроны еще... кончились. Одного тогда ты разбирай. Я помогу. Где сейчас он? Я его...
Готов. Минус. Отлично. Так, суть сейчас еще быстрее справились. Слушников, где патроны? Ну, один вот этот, где рядом вот со мной взорвался. Одного я взял. Блин, что я сделал? Где второй взял? Где второй около тебя? Да уже далеко, не около нет, меня. Нет, я имею в виду лук-то где от него. Так, у меня с патронами намного лучше, чем у тебя, так что ты иди в туалет. Так, секунду, я... Так. Я смотрю, я пойду посмотрю, что здесь справа, мы тогда туда не пошли. Давай. Но музыка о, я что-то триггернул. Ладно, пошли. Тут чел лежит убитый. Бывает. Опа, опять это. Пулемет. Опа. Мама, мама, мы не мама. Пройдем. Мы не пройдем. Пошли сбоку. С той стороны. Да я не успел спрятаться. Вернее, я неправильно выглянул. Есть. Все, я пошли. Ушел. Это... В принципе... Вот, ушел. О. А, ну они оттуда, походу, идут. Бери чемодан. Окей. И в туалете еще можешь взять. В каком туалете? Ну, в туалете. Я не видел здесь туалет. Ну да, ну да. А, это туалет? Кстати, я вот прошел, сейчас там патроны показывались. А я здесь... А, во. Ой, мне 455 на пилу, так что у меня вообще отлично. Тут где-то лук лежит. Следующий забирай свои. Не пойму, где... Так. Где-то мне подсветился тут... Как будто бы лук мне показалось. Я здесь забирал лук. Где-то. А, рядом. Ладно. А здесь не лук, здесь это... Понятно. Ихняя ладно, пушка. Все угу. Собрал? Да, готов. Пошли. Минус. Слева беру. Перезарядка. Минус. Так, я не понял. Чего? У ты меня дробаш. Попал по эту. А, ты про это. Так, тут есть куча патронов. Вот есть счет для пилы рядом с тобой. Лук. Слушай, я на что-то нажал, у меня дробаш стал вместо этого. Ну, подобрал. Вот она валяется, твоя, наверное, как раз. Подбери ее обратно. Блин, точно. Вовремя я подобрал, кстати говоря. Я этого хайдокал, который на меня шел с пилы, как раз с дробаша, вернее. Он так, рядом аккуратнее, там где-то пулемет, видимо, этот, да, который мы видели. Я сейчас за памятник. Я его слышу. О, есть. Блин. Так. И куда? Тут лук есть, если чё. Окей. Так, как-то придется отсюда снимать. А, тут обойти можно. Один минус. Я пойду обойду. Пулеметчик минус. Ну, тогда вообще не проблема. Сволочь, сныкался. Не попал по нему. У меня минус на этом. Где ты видел? Там в закутке назад надо пройти. Назад? Откуда мы пришли, да? Нет. Возле памятника назад, там проулочек такой. Понял. Да. Отлично. У меня патрон на этот есть теперь хоть. 5 штук дали, или 6. Ты его берешь? Да. Окей. Иду к тебе. Еще кто-то рядом у тебя там. Mm-hmm. Тут на дробаш патроны валялись. Умерший? Нет. Пулеметчик. Но без пулемета. Понял. У меня патроны кончились на это. Я его сейчас запилю. На что? На пилу. Здесь есть для пилы. Я его запилил. Здесь есть две гранаты. О-о-о-о! Что тут такое? Этот бумер. Давай сюда, здесь есть гранаты и для тебя патроны. Вернись назад на мост. Подожди, я... Ща его. Да блин, вернись ты. Подожди. Кто кого, а?
Это лучник был, а не бубер. Вот там в конце моста есть гранаты, так, а рядом вот с пулеметом есть пила. Вот патроны взял. Пулемет, патроны взял. Так, и гранаты, да, гранат у меня, кстати, ноль. Мы, ну, я, давай, короче, дуэлился сейчас только с этим. О, красота, с лучником. И я давай как раз тут, в этом живописном месте, и закончим серию. А у нас был сейф? Да, сейчас, наверное, будет. А, ну давай. Давай вот сюда, вот прям на этот, выйдем, на пирс, так скажем. Или как это назвать, ну, по-другому, ну, я, да, не знаю. До пирса, конечно. Ну да, на пирс он, конечно, не похож, но... Что-то наподобие такое. Nice. Да, действительно nice. Ну ладно, всем пока-пока. До следующих серий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пока. Пока-пока-пока-пока-пока.